Вот, дошел. 4500 метров. Позади меня Анапурна. Тут я живу. Гора Фанг. Там, возможно, еще южная Анапурна будет видна. 21 октября 2012 года. 5 часов вечера. Поставил лагерь в 2 удара. Ну, братцы, такого в моей жизни еще не было. Это просто сказка. Действительно, облака внизу. Грохочут камнепады, грохочут лавины. И никого людей. Вообще никого людей.